В Муравленко завершился прием заявлений от избирателей, которые в единый день голосования проголосуют не по месту регистрации. Эта процедура касается выборов губернатора Тюменской области. Такая возможность была дана тем избирателям, кто в воскресенье 9 сентября будет находиться не по месту жительства, но на территории Ямала, Югры или Тюменской области. В участковые комиссии города поступило два заявления от жителей Ханты-Мансийского автономного округа. Голосовать они будут в Доме культуры Украина и в 5-й школе. Вместе с тем в Муравленко продолжается досрочное голосование. Свой выбор раньше установленной даты на сегодняшний день сделали 209 человек. По 8 сентября включительно можно проголосовать в своей участковой избирательной комиссии досрочно. Режим работы в будние дни с 17 до 21 часа, в выходные и праздничные дни с 12 до 18 часов. Напомню, в единый день голосования муравленковцы будут выбирать губернатора Тюменской области, депутата законодательного собрания Ямала, а жители двух избирательных округов проголосуют на дополнительных выборах депутатов городской думы.